Всем здравствуйте! Сегодня будем сажать перец в прямом эфире. Вот у меня есть такой грозбог, как, наверное, у любого садовода и огородника, где я записываю о своих посадках, о сроках посадок. В общем, много чего я тут записываю, много чего. В 2017 году посадки дома начались 6 февраля. Перец, баклажаны, помидоры, лук-порей. Потом петрушка, сельдерей, любисток, белая ромашка, астра, мята, огурцы, базилик. А посадки в теплице начались с 20 марта. Васильки, хризантема, мамбреция, лук-севок, горчица и все такое прочее. Так, значит, это мы откладываем в сторону. Все, кто по каким-то причинам не успели посадить перчик, не приготовили землю, не купили семена, так что быстренько все это приобретаем. Если есть тепличка, парничок, и самое главное, если есть желание, то нужно все это быстренько делать. До конца февраля еще можно. Так, значит, я сегодня расскажу свои секреты по посадке перца. И не только, а секреты по выращиванию рассады. И секреты у меня такие. Сейчас расскажу свои секреты. Сейчас свой грозбух открою. Значит, я рассаду не подсвечиваю, не пикирую и не подкармливаю. Вот такие мои секреты. Чем проще, тем лучше. И огород должен быть не в тягость, а в радость. Многие скажут, но это неинтересно. Интересно, да еще и как. Очень интересно. У меня нет ни одной лампы, кроме настольной. Зато есть лоджия на южную сторону. Вот. Я не трачу время на пикировку. А рассаде не нужно приживаться, она уже на своем месте. Не подкармливаю, потому что для рассады беру компост из компостного ящика и смешиваю его со своей землей. И этого питания, пока это рассада, растениям хватает, даже вполне. Все, что я могу сделать, это один раз подкормить слабым настоем луковой шелухи. Это дает образование хороших корней. Рассада на глазах становится бодренькой, крепкой, красивой. Но таким способом, конечно, можно выращивать рассаду только для себя, потому что ее небольшое количество. А если кто-то выращивает рассаду для реализации или в больших объемах, то, конечно, нужна и доцветка, и пикировка, и подкормка, и защита от инфекций. Это даже не обсуждается, все это нужно. Так, значит, а теперь я покажу, как я сажаю перец. Я буду сажать Алёнушка F1. Прошлый год был посажен самый простой перец, подарок Молдовы и нежность. Было посажено 50 корней, но погода была дожди и прохладное лето, не хватило тепла. Поэтому урожай был, скажем так, маленький. И нынче я решила купить F1, перец сладкий Алёнушка F1. Так, будет, значит, написано, что он будет высотой до 1 метра. Я очень рада. Пусть у меня будут деревья. Будет удобно собирать. Подвяжу. Все, пусть у меня будут деревья. Так, хочу высокий перец. А острый перец я буду сажать горький. Копье индейца. Много не буду. Ну, кустика 3. Достаточно. Так, сейчас приступаем к посадке. Присоединяйтесь, кто еще этого не сделал. Так, вот у меня земля. Вот так. Вот у меня помощник. Я сделала такие канавки. Значит, в один я посажу перец сладкий, а в другой перец острый. Все будет понятно. Вот здесь у меня сладкий перец Алёнушка F1, я положу в центр стакана сухое незамоченное семечко,
Две штуки, обе близко к центру. Земли у меня чуть больше 1/3 стакана. Так, а сюда я положу два семечка острых, тоже оба близко к центру. Семена сухие. Никакой предпосевной обработки я не делаю. Прошлый год был такой у меня опыт. Я купила очень хороший желтый перец в магазине. Ну, прям вкусный, красивый. Решила посадить. Рассада была желтого цвета, красивая, росла быстро, цвела, но урожая практически не было. Больше я не экспериментирую из семян готового перца. Так. Значит, перец я закрываю на сантиметр, достаточно. Чуть-чуть уплотняю. Все, посадила. Беру свою талую водичку, поливаю. Так. Закрываю самым обыкновенным пакетиком. Вот так вот. Можно сделать вот так дырочку маленькую, чтобы проветривалось. И убираю в теплое, темное место. Не обязательно в темное. И не на свету семена прорастают. Все, перец мы посадили. Все, отправляем на проращивание. Все просто. Значит, вот этот перец посажен 6 февраля. Я обычно начинаю свой сезон 6 февраля. Значит, этот перец посажен 6 февраля. Посажен сухим, взошел очень быстро на 7-й, на 8-й день. А, вот еще про это не сказала. Значит, где я посадила по 2 семечка перец, он у меня взойдет, и которое растение будет наиболее сильное, то я и оставлю. Я аккуратненько возьму маленькие ножницы, и растение, которое послабее, я его просто удалю. В общем, я уже не буду ни пикировать. Все, он на месте. И целая неделя времени как бы сохранится на проращивании. Так. Теперь этот перец. Вот так видно? Так видно. Значит, 6 февраля, вот он уже взошел, он уже подрастает. Вот вилочку не взяла, ладно. Значит, я свой перчик вот так вот окучиваю от стеночек. Если надо, подсыпаю и поливаю. Поливаю я вот так в краешке. Вот так в краешке. Корешки так будут тянуться к стеночкам, разрастаться. Вот корневая система. Иногда я опрыскиваю. Перец любит. Помидоры не очень любят, не любят. А перец любит. И вот так. Вот, вот такой уход за моим перчиком. Пусть растет большой. Так, мы его тоже в сторону отставляем. Так, что-то еще надо рассказать хорошее. Пожалуй, все. Я в предыдущем видео обещала, что я покажу, как моя выглядит земляника после первой обработки. Сегодня в конце видео будет фотография с грядки земляники мелкоплодной, безусой, ремонтантной, как она выглядит после первой обработки и как она выглядит, когда начинает плодоносить. Это когда она на одном месте 12-13 лет. Так, ну что... Всем желаю крепкой рассады и, главное, не капризной рассады. Всем всего доброго и всем пока-пока.